Уже 9 кандидатов подтвердили свои намерения побороться за президентское кресло, внесли необходимые документы и залог в размере 2,5 миллионов гривен. Сегодня для регистрации в ЦИК подали документы депутат-регионал Олег Царев и лидер радикальной партии Олег Ляшко. Ранее это сделали нардеп Сергей Тегибко и бизнесмен Вадим Рабинович, также бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкин, бывший депутат Валерий Коновалюк. Бизнесмен Валерий Саранов, а также Юрий Бойко, экс-вице-премьер-министр в правительстве Азарова и бывший первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин. Кроме того, заявлявшие ранее о желании побороться за главное кресло в государстве, в частности Юлия Тимошенко, Дмитрий Ярош, Олег Тягнибок и Виталий Кличко, документы в ЦИК пока не принесли. И как только что стало известно, Центр избирком зарегистрировал кандидатами на внеочередных выборах президента Украины зампредседателя партии регионов, народного депутата Украины Сергея Тегибко, экс-председателя Харьковской облгосадминистрации самовыдвиженца Михаила Добкина и президента Всеукраинского еврейского конгресса самовыдвиженца Вадима Рабиновича. Напомню, до завершения регистрации осталось всего 2 дня.